Здравствуйте, ребята! Сегодня мы с вами сделаем собаку-кусаку. Для этого возьмем листочек, согнем треугольник, чтобы получился ровный, без выступа за край с остреньким уголочком. Отрезаем. Лишнюю часть убираем на край стола, открываем, кладем квадратом и складываем как книжечку. Сложили пополам, открыли, сложили в другую сторону, прогнули краешек. Положили так, чтобы открывающаяся часть была снизу. Берем край листа и сгибаем к середине. Одна половинка, второй край листа сгибаем, вторая половинка. Так, теперь вот у нас получился как шкафчик. Теперь берем, ищем кармашек и делаем сначала треугольничек, отогнули и раскрыли кармашек, и у нас получился вот такой домик. Вот на второй половинке отогнули кармашек, открыли. Развернули. Получился такой домик. Теперь загнули в обратную сторону часть домика. Вот такая рубашечка у нас получилась. Теперь смотрите. С одной стороны, только с одной, со второй не будем. Сгибаем треугольник. Один раз. И второй. Вот так согнули. Второй раз до серединки. Второй раз. И третий раз поднимаем наверх. Так. Перевернули. С этой же стороны, где у нас было согнуто, согнули треугольник. Подвернули к серединке. Так. И подняли наверх. Теперь вот у нас такая конструкция получилась. Открываем. Вот видите, сзади у нас можно открыть. Распрямляем, прогибаем вовнутрь. Так. Вот у нас получаются ушки и сама мордочка. Возьмем с вами черный фломастер. Нарисуем наши собачки. Вот так, один глаз. Как вам понравится. Второй глаз. Нарисовали. Можно также нарисовать язычок. Кто-то может прорисовать зубки собачки. Вот такая у нас веселая собачка, собака-кусак, получается. Надеюсь, у вас у всех получилось. Всем творческих успехов. До свидания.